Yaşlar. Avstriyski Altay Eskanal'da ona ağır ulaştık dedik. Bu da ise karieta pajarını. Onda durur. Vada nasos. Onda yomkas. Sulu tahtatan. En küçünük tarda. Mikildor patma yanında. Şimdi görür bu. Avtobus. Pajarını maşına. Выставка этих пикничных термидов. Вот это термид. Вот. Крылых тюрта. Уголовник Барышевтан. Штеген уйнде. Амых туралар бюйден болган. Ол Казахбаев термин тюрты. Бедесов термин тюрты. Оның дөскелері. Ол жаңы улица да Сақтақбайда. Юзе күйіп қалған болған. Нені улам десе бойының. Именно уголовник Барышевтан қаршылы. Ол Единая Россия бандасының тұрчылары. Пожарная команда их пеген, койларында машина жоқ, даже мұндай су дақтар апрадюс болған. Қазылы қанозының түртінде ондай проблема пожаратушениелы ендегенше бар. Оның олам, ондай жақшы австрийский примерке мәселе көрсетіп жатыр. Бұл абра озыта десе аттылы түрттер болған көрсейін. Амда директоры Хербертті пішашты емді бұл абраны трақтан ол бұқын көріш. Бұл ұпты болған. Орста пайдаем. Уважаемые земляки, журналтайцы, вы по-прежнему смотрите независимый телеграм-канал и видеоблог «Австрийский алтаец». Я нахожусь в селе Миттендорф у культур-зала. И я нахожусь, прямо сижу на карете не скорой помощи, а пожарной помощи. Здесь находятся шланги, вы это видите. А вот здесь сверху его видно даже емкость для воды. А вон там насос. Эта карета была первоначально предназначена для транспортировки конным ходом, что свидетельствует здесь вот такие распорки. В последующем эту карету предназначили для транспортировки, модифицировали для транспортировки тракторным ходом. По вине судимого Вайрышева в селе Крылык сгорело множество домов. Материальную помощь тогда оказал сенатор Сафин Ралиф Рафилович. Многие купили дома и переехали, но проблематика пожаротушения, она по-прежнему в селе Крылык сохраняется, потому что подлетное время приезда автомашин и скорой помощи, и пожарной помощи составляет более 30 минут. Еще время занимает где-то минут пол 20-30, наверное, чтобы загрузить водой данные автомобили. Так вот, отсутствие пожарного транспорта в селе Крылык и во многих селах Луганского района означает, что все дома сгорят при первой же угрозе. Вот один из таких хороших, прекрасных примеров, как построена пожарная служба в Австрии. Подписывайтесь на канал «Австрийский алтаец», ставьте лайки внизу и направляйте свои новости, комментарии в чат-бот «Австриан Алтая». Всего доброго, подписывайтесь. До свидания.